Как выращивать экзотику в собственном саду? Это, наверное, один из самых популярных вопросов, которые мы получаем. И сегодня мы откроем вам всю правду. Готовы получить урок по выращиванию экзотики? Тогда быстрее подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик и ставьте лайк под видео, если хотите богатый экзотический урожай. Для начала необходимо ответить на несколько вопросов. Ваша климатическая зона. Среднесуточная температура зимой в вашем регионе. Сколько времени и сил вы готовы потратить на выращивание экзотики? Ведь растениям понадобится правильный уход, и они требовательны к зимней температуре. Честно ответив на эти вопросы, можно смело приступать к выбору экзотических саженцев. Для каждого понятие экзотики разное. Для кого-то это хурма в собственном саду, а для кого-то цитрусовые на балконе. Выращивать некоторые виды экзотических растений можно в открытом грунте, некоторые в зимнем саду или теплице, а некоторые и вовсе в комнате. Благодаря успешной работе селекционеров есть множество растений, которые раньше считались экзотикой для нашего климата, а теперь успешно растут в садах. Это хурма на морозостойком подвое, и да, нам есть что вам предложить в этом разделе. Киви и актинидия, гинку белоба и годжи успешно выращивают по всей Украине. Финики – одно из самых популярных растений среди экзотики. И не зря, ведь плоды не только вкусные, но еще и полезные. Инжир и другие не менее интересные растения. Загляните в наш раздел экзотики и выберите себе что-то по душе. Ссылка в описании под видео. Для комнатного выращивания мы рекомендуем банан, ананас, кофе, цитрусовые, лимон, мандарин, кумкват. Все эти растения представлены в разделе «Экзотика». Выбор достаточно большой, от морозостойкой хурмы до суперполезного годжи. Мы тщательно следим за саженцами экзотики, а их упаковка – это настоящее мастерство. Для вашего удобства разместили детальную агротехнику по многим видам растений на блоге садовника. Просто переходите по ссылке в описании к видео, заказывайте, читайте агротехнику, соблюдайте ее, и будут у вас расти экзотические растения, где душа пожелает. Агромаркет. Знаем, чего вы хотите.